Друзья мои, кто сказал, что нельзя мыслить слишком широко, стремиться слишком высоко и любить слишком сильно? Запомни, мой друг, для тебя нет ничего невозможного, если ты действительно этого хочешь. Кто сказал, что мотивация длится недолго? Что ж, хорошо. Тогда после ванны тоже свежесть длится недолго. Поэтому заботиться о них нужно ежедневно. Дорогие друзья, следуйте своей дорогой. И пусть другие люди говорят все, что угодно. Это не должно вам мешать. Просыпаясь утром, спроси у себя, что я должен сделать. А вот вечером, перед тем, как уснуть, спроси, что я сделал. В самом начале пути в тебя могут не верить. Главное, чтобы ты поверил в себя. Причина, по которой люди сдаются, они смотрят, сколько нужно сделать, вместо того, чтобы увидеть, как много уже сделано. Самая великая победа – это победа над своим негативным мышлением. То, что ты делаешь сегодня, это важно, потому что ты меняешь на этот день своей жизни. Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь. Наверняка, мой друг, ты знаешь, тому, кто умеет ждать, достается все самое лучшее. Знаешь, дорогой мой друг, что я тебе скажу? То, во что ты веришь, становится реальностью. Поверил в плохое, будет плохое, не дай бог. Поверил в хорошее, будет хорошо. Дай бог тебе здоровья. До скорой встречи.